Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хотел сказать одну последнюю вещь. Святой и очень легко участвует. В этом нет никаких сомнений. Но Кришна никогда не будет заставлять нас делать то, чего мы не хотим. Мы должны очень хорошо понять, от чего нам нужно избавиться. Помните, я сказал, что самая большая проблема — непонимание того, кто я. Но не меньшая проблема — непонимание того, что мешает мне. Вироды мишая таттва вибрама. Непонимание того, что все эти вещи не нужны мне. Тонкий механизм, мешающий нашему изменению, нашей трансформации, мешающий Богу поменять нас, высвободить нас. Это нежелание на уровне эго. Так как я не понимаю, кто я начинаю ценить то, что на самом деле не представляет никакой ценности. Я держусь за все эти вещи. И поэтому годами сознание мое меняется, сердце мое меняется. Кришна не меняет, потому что мы не хотим по-настоящему, чтобы оно изменилось. Ретриты, которые начал Сачинанда с вами, предназначены только для одной этой цели. Пробудить в нас желание меняться и понять, от чего нам нужно избавиться, что нам мешает. Что по-настоящему нужно отсечь от нас. Как помните, когда Микеланджело спросили, как он валяет скульптуру. Он сказал, все очень просто. Я беру камень, отсекаю от него все лишнее. Точно так же Кришна может из нас сделать нечто очень прекрасное. Отсечь все лишнее. Именно в том, что мы хотим оставаться булыжником в этом мире. И наша молитва Кришне только об этом. Пожалуйста, помоги мне служить Тебе, чтобы я стал Твоим слугой, и чтобы я в конце концов смог понять, что в этом моя вечная истинная природа. Все остальное — искаженная природа, заставляющая меня рождаться и умирать в этом мире, обрекающая меня на смерть и страдания. Вот и все. Спасибо большое.